что делать, если на вас нападет медведь. Смотрим. О май гад. Птицы кверху. Сразу же, видите, сосок сразу же кверху поднялся. Да, ну мы начнем с самого сложного для затравки. Травки? И я профессиональный переворачиватель сосисочек. Как мы это делаем? Сегодня будет очень серьезная рыбалка. Я сейчас нахожусь с человеком, который много соображает в рыбалке. Это человек-рыбак, человек-спиннинг, щуколовитель, рыбак-убийца, стоматолог Дмитрий Сдобнов. Комментирует весь этот бизнес-процесс человек-блогер, который может позволить себе одеться по моде. И да, это именно я здесь стою в этом прикиде. И сегодня этот человек... Че он не... Что ты делаешь? Три раза я был с ним на рыбалке, и ни разу он ни хрена не поймал. Поклёва не было никогда. Сегодня он говорит, что как бы будет. Рыба там есть. Каждое утро люди вылавливают по 10-15 вот таких вот щук. Поймаешь щуку-то или нет? Да. Опа! Вы против того, что вас снимают? Против. Против? Да, вот, пожалуйста, с рыболовом главным общался там. Ну, с кем ты пойдешь? С кем? Знаешь, что нужно делать с медведем, если он на тебя нападет? Как быть, если на вас нападет медведь? Не, руками-то куда ты что делаешь? Почему он не... Что не? Просто вот плавненько, тихонечко все делаешь. Идете к речке, рядом с вами гуляет собачка. И вот вы видите, что там пробегает медведь. Вы вот так вот останавливаетесь. И собака тоже остановилась, видите? Главное, ни о чем не думать. В голове должен быть ноль. Крупный план. Вот с такими зенками вы смотрите на медведя. И ни о чем не думайте. И именно тогда медведь не заметит вас, пройдет мимо, а у вас останутся еще и чудесные впечатления и эмоции от такой благоприятной прогулки. Если вы заметили, я в пиджаке. Всегда на стиле. Сейчас мы будем ловить рыбу. Стой там. Да стой, стой там, я тебя поснимаю. Стой. Давай как в детстве. Сидеть. Молодец. Ну что, пока мы тут возимся с собакой, Дмитрий Сергеевич Анатольевич уже закинул спиннинг. Сейчас он испугается меня и превратится в комочек. Именно сейчас я застал его врасплох. Наверное, он боится меня. Обалдеть. Я чувствую, как он дышит, его дыхание. Сюда не подходи, братан. О май гад, ну-ка. О май гад. Он шипит. Может быть, он бешеный. Зо, фу! Уйди. Уйди, Зоха. Зоха, Зоха, иди сюда. Иди сюда! Страшный, он опасный тип. Зой, иди сюда! Не бойся, ежик. Ну давай, пока, ежик. Все, уходи, ежик. Может быть, больше не свидимся, ежик. Прощай. Может быть, ты ежиха? Ежиха! Пока, ежиха. Это обычный влог. Дорогие друзья, давайте приветствую. Меня зовут Евгений, и я профессиональный переворачиватель сосисочек. Как мы это делаем?
Вообще нам нужен для этого щипчик. Если их нет, то вот такое есть оборудование специальное. Мы ловкими движениями просто так вот, оп, смотрите, я вот буквально за несколько секунд делаю сразу же несколько перевертываний, все это происходит очень быстро. Видите, как все очень, как говорится, рука набита, очень набита рука. Оп, оп, и все, уже готово, в целом, уже 50% работы уже почти сделано. Если вдруг увидели, что очень похоже на палец сосиска, это значит, что она просто немножко похожа на палец. Дмитрий, фига себе, не понял. Почему мне такого завтрака нет? Ну, директор. А ты кто? Я. Ассистентка? А мне, то есть, не будет такого. Обнаглела совсем. Пускай директору жена несет его, это кофе его. Я буду снимать, а ты снимай. Вы только посмотрите на эти супер готовые сосисочки. Супер-пупер. Которые сейчас мы будем луперить. Вы даете согласие на съемку? Я нет. Так зачем же вы машете в камеру? А что ты снимаешь? Не надо меня афишировать. В криминале? В криминале, да. Доброе утро, уважаемые телерадиознатоки. И мы сейчас идем на утреннюю рыбалку. Мы встали очень рано, с позаранку. Сейчас примерно... Сколько сейчас время? Время 10. Ну, господи, мы пожарили сосиски, мы пожарили мисиски. И уже все это поели. Заметьте, как белок сформировался в этой области таза. И мы идем рыбачить. Давайте начнем с походки. Во-первых, у меня есть дефект. Я хожу как вот такой, мне что-то стало. Это очень неправильно. И к зрелому возрасту, а мне уже 24, я чувствую боли в области поясницы, поясничные суставы, хрящей. Как правильно ходить нужно? Этому научил меня мой товарищ Дмитрий, врач-стоматолог. Мы ножки вовнутрь загибаем. Вот так вот, смотрите, вот так. Вот так. Вот так. И при этом это осознанная ходьба. Что она делает? Она заставляет тебя осознанно направлять внимание на твою походку. Ты тренируешься быть каким? Правильно функциональным. Правильно функциональным. Ты идешь. Спинка ровненькая, не сутулая. И ножки вот не вот так вот, не вот так вот, а вот так. Еще внутрь, внутрь, внутрь. Совершенно другой человек. Вот. Еще ножки внутрь. Спинка. Тити кверху. Сразу же, видите, сосок сразу же кверху поднялся. Область брюшного пола. Все здесь напряжение находится. Все, идем. Есть, конечно. Идем. Есть, конечно, еще один изъян. Какой изъян? Ну, о нем мы позже поговорим, а то так потом не о чем будет разговаривать. Да, хорошо. И под музычку, включая музыку, пошел. Кажется, что кадры вот такие с рыбалкой уже были вчера. Да. Тоже заезжая. Одно и то же снимать, как бы, знаешь. Тем более еще, когда вот эта рыба ничего не клюет никогда. Хоть свою собаку поснимаю немножко. Зо, иди сюда. Поклев есть? Нету поклева? Нет. Неловкий момент. У меня в руках кресло, на котором я хочу сидеть, потому что у нас только один спиннинг, и когда кто-то кидает, другой должен сидеть и наслаждаться тем, что, во-первых, нету комаров, утро, тепло, и на расслабоне можно просто посозерцать, посмотреть на то, что творится вокруг тебя. Спокойствие, просто спокойствие. А если еще и щука поймается, будет что детям рассказать или показать. Потому что все это снимается сейчас на видеопленку. Потому что я блогер. Мало кто знает, но я профессиональный вытаскиватель донг, спиннинга.
Я тебе честно рыболовной скажу, ловли. Я там что-то зацепил. Но что и я если, не пойму. Если кто-то зацепил, я всегда смогу выцепить. Только, пожалуйста, не про шляп блесну. Это кусама. Что это? А? Что это за кусок? Как я уже сказал, я профессиональный вытаскиватель. Уже 2 недели я не на спорте. Вы все видели по моему пузу. Но все же я смог этими сильными руками вытащить спиннинг с первого раза. В данный момент я сижу на стуле возле речки и ничего не делаю. Я просто наблюдаю. Познакомьтесь, это мой бизнес-тренер, его зовут Зиявудин Дзява, можно просто Дзява. Птица уже вяло, ляжки. Надо начинать, вот начинаем с Дзявы сегодня. Да, ну мы начнем с самого сложного для затравки. Травки? Затравки. А, хорошо. Травку не стоит. Не надо. Буквально секунд 15-20. Голову сломать хочешь? Очень. Давай одну ручку на себя, вторую вот себя. Так, что вот с головой это тебе? Да, и ребят нужно будет попросить, чтобы они продублировали, сидя за мониторами. Да-да-да, я вижу, ты с юмором. В другую сторону. В другую. Сколько раз подтягиваешься суммарно? Максимум 12. Ну давай до 7 сделаем. Четко да, смотри, важный момент. Но. Представь себе, что ты держишь перекладину. Да, дави локтями. Дави локтями. Слушай, на мои локтями. Ладони, дави локтями. Дави, локтями. Дави вот до упора. Дави, 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 дави. А, вот так вот? Да. Вот чувствуешь вот. Вот эту часть? Ну. Это не что иное, как широчайшие. Будешь делать именно так, как я показал, и сводить лопатки. Вот так, да? Супер, вообще хорошо. Четко, да? Бля, ты на лету ловишь. Красава. Про подбородок над перекладиной можешь забыть. Не нужно шею тянуть туда вперед. Да? Просто вот это да. Вот сделал и все. Если тянешься шеей, то неизбежно будешь клевать плечевым суставом. Клюешь суставом плечевым, перегружаешь его. Мы работаем за счет мышц спины и за счет второстепенно мышц рук. Выдох. 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 Вот исходное на грудные. Если хотим на трицепс больше акцент сделать, просто вертикально вниз. Да. Трицепс. Подобрал. Выставился. А, все. Понятно. Это чтобы титью, да, залохматить? Да, чтобы титька твоя выросла. Да. Очень похоже. Угу. Да, супер. Хорошо, кстати. Чувствуешь? Чувствую титью, да. В нижней точке растягиваешь максимально, верхний сократил. Хорошо-то как? Левой ручкой по умолчанию закрываешь область скулы левой. Правая ручка у тебя в данном случае фехтующая. То есть дистанцию определять, защищаться, контратаковать. Атаковать будешь именно ею. Вот, она у тебя рабочая фехтующая. Она у тебя наносит порядка 80% ударов суммарно. Окей? Это был спортблог. И спасибо нашему великолепному тренеру. Канал в телеге совсем недавно начал. На английском Дзява Про. Ну, я ссылку оставлю. Вот ты оставишь ссылку, и эта ссылка будет в описании.